жители Мариуполя встречали российских военнослужащих, которые приехали освобождать город от националистов. Хорошие новости. С полей пришли сегодня. Вооруженные силы России в ходе боев в Мариуполе ликвидировали главного идеолога националистического батальона «Азов», запрещенного в РФ, Николая Кравченко, известного по позывному «Круг». Горожане, эвакуированные в село Безымянное на время зачистки от террористов, рассказали, что им пришлось пережить. Это просто страшно. Люди начнут в бомбоубежищах бояться. Все окна повыбивали. Если снаряд попал прямо в квартиру, то выжгла вся квартира, 2 этажа, 8-9, выжгли буквально за полчаса. Там ничего не осталось. Увидели, у нас по домам стояли военные ДНР. Они были с белыми повязками. Мы к ним подошли, обратились по помощи, эвакуации, потому что наш дом уже попал в снаряд, это уже невозможно было терпеть. Ликвидированный националист Кравченко был основателем харьковской нацистской организации «Патриот Украины». Он выдвигал желание присоединить к Украине Кубань, но по итогу был убит в ходе спецоперации. Во время Майдана в 2014 году он с боевиками открыл стрельбу по мирным людям в Харькове. Несколько дней назад, во время оказания сопротивления российским войскам под Харьковом, был убит его отец Сергей Кравченко.